Всем привет! Здравствуйте! Итак, сегодня мы вот в такой вот чудесной компании принарядились немножечко и готовы сыграть в таверну «Красный дракон». С вами Маша, Тайлер, Алиса и Сережа. И мы готовы зажигать в таверне «Красный дракон» под названием «Тролли, зелья и чары-волчары». Это продолжение? Это продолжение, да. Мы уже играли в основную коробочку, которая так и называется «Таверна «Красный дракон». И сегодня у нас ждет продолжение. Новые персонажи, новые колоды выпивки, новые веселья. Вот, как я уже повторюсь, игра у нас 18+, от 2 до 4 человек. Так, тема выпивки. Расстройство калорийского освещения. Вот, собственно, сами понимаете, да. И, ребят, давайте, наверное, мы расскажем, кого мы сегодня с вами играем. Тайлер, давай начнем с тебя. Я алхимик Фрэнк, но он почему-то выглядит как черт. Он тролль. Он тролль. Вы одеты как черт. Это уже лучше. Выглядит он как черт, он алхимик Фрэнк. Он варит какие-то зелья и всех обманывает. У меня даже есть какая-то колода зелий специальная, которую можно подливать в выпивку, я так понимаю. Да. И портить ее. Да, у тебя на начало игры одно зелье есть, и каждое начало твоего хода у тебя обновляется зелье. А, то есть вот я его типа такой могу использовать сразу? Да. Также игроки могут у тебя покупать эти зелья. И использовать как карточки действия или карточки со значением иногда или всегда. У меня есть зелье силы. Добавь один для снижения стойкости карты со значением действия или иногда. Ну, вполне себе неплохо. Да. Годится. И стоит оно 2 монетки, я так понимаю. Да, то есть мы не имеем права с тобой торговаться, они стоят 2 монетки. Если мы захотим купить у тебя это зелье, только 2 монетки. Торг неуместен. Да. Это я правильно сделал. В общем, я буду играть троллем-алхимиком. Или чертом-алхимиком. Черт-монополист. Почему бы и нет? Да. Я Пикси Кейтлин. Я маленькая Пикси с очень большим волком, которого зовут Вульфрик. Ну, да, в нашем случае наоборот, да. 1.35. Каждый ход у меня у Вульфрика меняется настроение. На начало игры он у меня игривый. Это значит, что когда будет снижаться моя стойкость, по всей видимости, из-за выпивки, она будет снижаться еще больше. А потом он всех нас покусает. Да, как-то так. Или будет сбивать алкоголь. Он допивает алкоголь, мне кажется. А какие у Пикси способности? Разные. Разные. Узнаем. Это интрига. Да-да-да. Так, Сережа, кто у тебя? Так, у меня орк-паладин. Ну, священник, ладно, назовем так. Поэтому у тебя специальный воротник, да, типа, сделал? Все как Богу угодно. И, в общем, есть рейтинг социального донышка. Если я опускаюсь на его дно, то я малополезный священник. Ну, ну и логично, я могу. Священника можно попивать? А, да, когор, наше все. Неблагочестиво, на самом деле, сидеть в таверне, однако она нас будет попрекать и нас тоже за это. Да, я буду всех. И, собственно, вот. Вот, а я гномка-изобретательница Визгиль. Я считаю, что очень хорошая идея испробовать свои изобретения прямо в таверне, прямо на пьяную голову. И у меня есть особая колода механизмов, которая позволит, скажем так, моим картам вести себя более непредсказуемо. Как? Опять же, узнаем дальше. И теперь мы можем приступать. У нас у каждого есть такие небольшие атрибуты для игры. У кого это баночки, скляночки. Да, у меня вот очки, например, и набор инструментов из игрушечного набора для детей. Почему бы и нет? Я же маленькая гномка. Да-да-да. Вот у нас у нашего священника воротничок. Да. Мы его пришили вручную. И у нашей Пикси вот такой вот милый маленький волчок. Волчара. И большой Пикси. Большая Пикси. Итак, у вас есть монеты? Да, у нас, так как у нас 4 игрока, у нас 10 монет. Если бы нас было, допустим, 7, монет было бы меньше, чтобы игра могла быстрее закончиться. Десятина. Правила игры не обозначают, кто у нас должен ходить первым. Там написано «Просто начинайте». Поэтому кто у нас просто начнет? Давай ты просто начнешь. Хорошо. Просто ведешь игру, значит, начинай. Начинаем с тебя. Справедливо. Итак, значение нашего опьянения 0 начальное. А начальная стойкость у нас у всех 20. То есть мы еще все такие бодренькие, только вернулись после какого-нибудь приключения очередного. До дождя успели. Да-да-да, у нас тут на фоне может быть дождь. У нас сейчас, правда, идет дождь за окнами. Вот, у нас у каждого должно быть 7 карт на руке. Так что, да, так что сразу набираем себе 7 карт. Раз, два, три. Вот, и получается, каждый из игроков проходит 4 фазы. Первая – это сброс и добор карт. То есть я могу сейчас сбросить сколько угодно карт и добрать до 7 в руку. Меня, в принципе, все устраивает. Мне нравится. Далее.
у нас идет действие. То есть я должна применить какую-то одну карточку действия. Также я могу применять карточки с тегами иногда или всегда. Что у меня тут есть такого интересненького? Ой, а мне нравится это действие, почему бы и нет? Моя карточка. Да-да, мой новый златохват заметно облегчает походы по подземельям. Карточка действия. В скобочках написано: ты заморочил всем мозги наукой, и каждый другой игрок платит тебе один золотой. А прежде чем вы начнете это делать, скажу о том, что вот здесь вот на карточке, не знаю, будет видно или нет, там есть значок механизма в верхней графе. Это значит, что когда я вытягиваю карточку с такими значками, я тяну также карточку из колоды механизмов Визгиль и смотрю, как эта карточка у нас срабатывает. Ага. Колода механизмов Визгиль говорит мне о том, что эффект сыгранной карты применяется, но вычти один из всех числовых значений. Ну, в общем, вот тебе мои ноль золотых. Прикольно. Мне нравится. Вот, карточка действия уходит в сброс прямо на планшетик. Написано «сброс». Кстати, да, я забыла, что у нас у каждого еще в начале обязательно лежит одна карточка из колоды выпивки, чтобы нам было что пить. Да-да-да-да-да. Вот. И сейчас как раз-таки наступает фаза заказ выпивки. Я заказываю выпивки из колоды, опять же выпивки, как ни странно, и подсовываю любому игроку. Так как у нас тролль был говорливым, он меня потроллил, на, держи себе дополнительную выпивку. Может быть, она лучше за счет заведения, чем та, которая у меня есть. Может быть, да. Вот, и я хочу, точнее, я не хочу, у меня выбора нет. У нас наступает фаза кутежа, и я пью... Кутеж! Да. Ууу, дворфийская спиртяга, минус 4. Добавляет мне 4 к опьянению. У, это прямо жестко, конечно. Карты закуси нет такой? Есть запивон, но закуси нету. Недоработанная игра. Блин, и у меня даже... И у меня даже нету ничего, чтобы снизить стойкость. Поэтому, да, я повышаю свое опьянение аж на 4. И эта карточка выходит у нас в сброс колоды выпивки, то есть вот сюда. Далее у нас ход передается по часовой стрелке, то есть начинает у нас продолжать сирена. Собственно, тут это отличная, на самом деле, колода. Это прям симулятор священника. Но я по ходу. Так, ты сбрасывать, добирать не будешь. Я вот что-то подумаю. Это что тут у нас собрать такое прикольное. Вот этот брошу. Я ее сбрасываю вот сюда. Сюда берем. Ага. Так, что же у нас теперь? Да, действие. Чем у вас озадачить? Ничем не надо, пожалуйста. О, вот отлично тоже. У меня есть гаечный ключ, смотри. Один день из жизни священника. Так. Каждый другой игрок платит тебе одно золотое. Затем ты можешь заплатить любое количество золота из своей заначки таверны в качестве пожертвования храму. За каждую штуку я получаю свою репутацию священника, но мне она не нужна, я просто хочу с вас денег. Ну, блин! Храм оценит ваши пожертвования. Ну, я не хочу! На храм-то все хотят. А, то есть ты собираешь денежки на храм. Да. В общем, смотрите, сейчас мы реагируем на эту карту, то есть мы либо можем походить, либо посмотреть, может быть, у нас что-то на руках есть такое, что можно, например, как-то отменить этот эффект. Но... Не пытайся сопротивляться. Но я не хочу! Подожди, там какое свойство написано? Смотри, в общем... Это действие. А, мне не нравится. Я не хочу платить денег. Особенно за это. Я могу вас успокоить, я тоже не получу эти деньги. Это все на храм. Вот тут все по-честному. Если я не заплачу, то я немножко морально понижусь в своем рейтинге. Конечно, тебе придется. Ну я... Почему бы нет? Ну и ладно. Дай ты ему денег, пожалуйста. Ну, и что, они будут лежать где-то в воде? Нет, они уходят. Да, он может выбрать либо оставить себе, но его благочестивость понизится, либо пожертвовать таверне. Не, я тут в любом случае не получу. Хорошо. Просто. Это я тебе могу сброс понизить. Тогда. Да. Ну, тогда в любом случае. Да, так что тогда нормально. Так, и теперь... Да, кому ты? У меня выпивка, да? Да, кому? Ну, ладно. Так, у меня животное, ей нельзя. Можно? Никого нету, вот надо, правильно. Нет, так, нет, и теперь... мне нельзя. Свою. Я в печальке. Тебе? Да, пей. Хоба. Пей до дна. О, святая вода. Плюс 2 к твоей стойкости. Сомневался. Но твоя стойкость, ну, да, и так равна 20, поэтому... Я поднял максимум сегодня. Да. Скидываю сброс. Неудивительно, что священница к клерику, да, там, паладину попалась. Это потому, что я на храм скинул. Хорошо. А у тебя вода автоматически...
осветилось автоматически, там было пиво. Там был старый добрый боярышник, но теперь там. Ладно. Друзья. Тоже тролль. Тролль говорит. Тролль будет троллить. Тролль будет троллить. У меня есть отличные карты. И сейчас я даже менять их не буду. И начну троллить. Вот, я нашел отличную штуку на самом деле. Ну-ка, ну-ка. Есть очень... А, смотри, кстати, важный момент. Сейчас ты, перед тем, как набираешь карты, ты выкладываешь новые зелья. А это зачем тогда здесь лежало? Вот, это лежало на случай, если кто-то захотел бы его в начале игры купить, или ты хотел бы его применить. Ты тоже можешь его применять. Сейчас ты достаешь новое зелье и выбираешь, какое остается, а какое уходит в сброс. У меня есть зелье силы, которое добавляет единичку картам, которые я играю. Ну, если там есть числовые значения. Зелье драконьего дыхания. Угу. Выбери другого игрока, его стойкость снижается на 3. У-у-у, противно. Неплохо. Так, смотри, ну давай. Давай я драконье дыхание сбрасываю. Ага. В общем, смотри, ты кладешь его горизонтально вот сюда. Вот где у тебя скляночки, да? Вот сюда кладешь. А скляночки. Да. Ставлю зелье силы. Мне оно больше нравится. Оставишь. Хорошо. Да. Ты его также можешь применять, либо мы можем попробовать его в любой момент у тебя выкупить. И я сыграю карточку. Так. Действие. Конечно. Так, давай. У меня есть отличная карточка действия, называется «Попробуйте, попробуйте мое зелье, ребята». Ой, нет, это плохая карточка. Объединение каждого другого игрока, то есть всех вас, повышается на 1. Но поскольку есть еще зелье силы, то добавляется единичка и на 2 повышается. Если вы, конечно, ничем не спасетесь от меня. Так. Ничем мы не спасемся от меня. В общем, вы все прибухнули на 2. Благодаря моим зельям волшебным. А это куплено, да, зелье? Это его собственное зелье. Оно у меня есть. Ты его сбрасываешь постоянно? Я не знаю, сбрасывается оно потом? Да, да. Ты его применил, да, и сбрасывается. Хорошо, ну в любом случае. Слушай, я хочу отменить карту со свойством «иногда», говорю тебе, ну уж нет. А у меня нет «иногда». А на зелье написано, да. Да, на 1 только у тебя. Да, у меня на 1 получается повышается. А это только на тебя работает или ты всем помогла? Так, это у нас на стойкость? Да. На стойкость. Нет, это опьянение. А, опьянение. Да. Блин, я еще более пьяная, блин. Мне это не нравится. Блин, ну может тоже что-нибудь подобное сделать? Ну если есть что-то. Пробуй. Я просто не хочу пьянить. Да-да-да. Разве что чуть-чуть. Ну да, я вот и так уже на четверть опьянела. Так, подождите. Кошмар какой-то. За один ход только. Я, наверное, снижу крепость выпивки на 3. Это считается? Это не крепость. Это не выпивка. Да. Это влияние на твое опьянение. Это магия. Тогда я... Ну уж нет. Ага. Мини-карту с этим иногда. Угу. Я на 1 только, короче, присел. Помимо. Ну, ты тоже отменил, по сути, зелье силы. Хорошо, на 1 так, там есть значение твоей благочестивости? Нет, нет, стрелочек нету. Хорошо. Восьмерочка даже нельзя отменить. Угу. Теперь у меня этап выпивки, я так понимаю. Заказ выпивки кому-то из нас, да. Хорошо, но у меня есть карта, которая говорит о том, что можешь сыграть эту карту в свой ход на этапе заказа выпивки. Так. Я тут сварил немного лишнего. О, нет. О, нет. Я заказываю бесплатно еще 2 выпивки, то есть одну основную и еще 2 сверху. И всем вам, в общем-то, подгоняю по одной. Надеюсь, там святая вода. Надеюсь. Вот, всем вам подгоняю по одной. А теперь выпиваю свои. Давай. Что у меня? Опа! Вдохновляющий гномий эль. Так, 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 что он делает? Это наша идея. Он вдохновляет. Ну, идея, во-первых, он 2. Он как бы 2, но возьми 2 карты из колоды своего персонажа. Вот так вот. Это вот отсюда, да? Да, да. 1, 2. И получается на 2 у меня. Да, пьянение. Да, пьянение желтенькое у нас. Да, вдохновляющий гномий эль. Я взял 2 карты. Ничего себе. Мне кажется, те, кто варят свое крафтовое пиво, могут с этой игры просто название забирать. А потом судиться с переводчиками. Да, надолго. Можно сказать, вдохновляющий гномий сидр, например. И уже не получится. Ну как ты гномий сидр? Да. Там должен быть грок какой-нибудь. Такой, чтобы мощно звучало. Хорошо. Мы не пропагандируем. Да, все, Алиса, теперь ты ходишь. Я решила ничего не сбрасывать, посмотрела на всех и говорю вам, не лезьте ко мне. И стойкость каждого из вас снижается на 1. Так, если вы, конечно, действие, ничего не сделаете. Да? Угу. Это действие. Началось. Так. А у меня в начале хода Вульфрик стал новый, да?
Нет, в конце твоего хода меняется, да, его. То есть он все еще игривый. Ну, хорошо, на один. Окей, я тоже не против. В моем случае... Нравится общаться с вами, ребят. Никто не против. Ну, мы такие, ок. Мы такие, ок. Такая большая пикси, такой маленький волчок. Мое единственное действие, но сейчас я закажу вам выпивку. И говорю, эй, девка, принеси еще выпивку для моих друзей. Куда еще-то? Я даже заплачу за это. Щедрая эльфийка. Это пикси. Всем по одной добавлю. Нет, тем тоже две. А, мне две? Как это мило. У нее достаточно. Спасибо. Это женская дружба просто. Понимаешь, маленьких девочек. Хорошо. Так. Все нормально. Теперь твоя выпивка. Теперь, ну да, теперь я уж сама могу выпить. А там? О, кто кого перепьет? Попойка. Я активно общаюсь с вами, ребята. Напомните мне, как это? Так, каждый игрок раскрывает карту из колоды выпивки и все забивоны, если нужно, исследует ее указанием. Если при этом будет раскрыта другая попойка, ее эффект игнорируется, как если бы это был алкоголь с крепостью 0. Игрок, которому досталась самая крепкая выпивка, побеждает, даже если избежал ее эффект и получает один золотой от каждого игрока. Вот, если таких несколько, то продолжает раскрывать карты до тех пор, пока не определяется победитель. Да. Сомнительная победа. Я так понимаю, что начинаем с тебя. Ну, давай. Я, конечно, могла бы уступить, но да ладно. Ладно, довольно крепкая. Ну, почему? Я не знаю. Два. Она... Нет, смотри, крепость считается, хорошо, я думаю, что все-таки... Но это все действует на нее, да? Вот это с плюс 2. А, это все на нее. Это мы сейчас сначала раскрываем. Это у меня пикси-пунш, кто-то, походу, его сварил. Кто это мог быть, да. Так. Кавабанга. Ё-моё. У меня один плюс. У тебя запивон, ты достаешь еще. Пинта темного с запивом. Хорошо. Я попойку достал. Ну, это крепость 0, получается. И, по-моему, следующая достается, нет? Нет, не достается. Там, подожди. Просто игнорируется. И эффект игнорируется, да. Ну, да. Это считается выпивкой с крепостью 0. То есть, ну, короче, 1, 2, 3, 4. Ну... Серега, ты выиграл. На храм, как говорится. А потом идет действие, да, что-то написано? Еще я говорю, что эти кружки такие большие, и игнорирую это, раз все равно я ничего не выиграю. Я тоже игнорирую карту выпивки, но у меня это карточка механизма, поэтому сначала я достаю механизм. Извини, гайка разболталась, эффект сыгранной карты применяется, но выбери другого игрока, его стойкость снижается на 1. Блин, у всех одинаковые. Сирену я боюсь. С Керем вроде дружим. Тролль, прости, у тебя снижается стойкость на 1. Всего-то, хорошо. Вот, и я игнорирую карту выпивки, и я получаю от таверны золотые в количестве равном половине крепости раскрытой выпивки с округлением вниз. То есть я от таверны получаю один золотой. И отдаешь ему, потому что он выиграл побойку. Точно. На храм. А я тебе другой из своих денег отдам. Нету. Я, пожалуй, освещу немножко этот напиток, чтобы он не был таким крепким. А, ну да. Пожалуй, на один только опьянею. Ну, а я просто опьянею на один, даже париться не буду. Подожди, если ты снизил крепость выпивки другого игрока... То получи там мега-турбо-подъем. А, окей. Я просто выпил. Еще Вульфрик. У него поменялось настроение от всего этого, он стал грустный. Теперь, когда начинается раунд азартных игр, у нас пока не было таких, я не могу принимать в нем участие. Я просто сижу с ним вот так вот на картинке и утешаю его, пока вы играете в игры. Ой, господи. Слушай, это... а твое зелье, оно понижало выносливость, да? Или, помнишь, как в твой ход было? В мой ход, оно просто вам пьянение дало. А, все нормально. То я думал, может, я что-то не так делал. Нет, но пьянение дало. Так, все получается, да? Я доберу 3. Ух ты, блин, это угарные карты, конечно. Так, я не буду применять карточку действия, но я кричу: эй, давайте-ка протестируем мой самогонный аппарат. А вот я говорю, что можно. Можешь сыграть эту карту в свой ход на этапе заказа выпивки после того, как заказал хотя бы одну выпивку. Сейчас я закажу кому-нибудь одну выпивку. Кого там? А ты не действовала, да? Я не хочу действовать, да. Закажу тебе. Зачем? Ну вот. Ну, тебе, мало, тебе мне кажется. Собачки, как нам раз, это напитка. Вот. Теперь, он грустит. Теперь, так как это механизм, я должна открыть механизм. Написано, я гений. Так, эффект сыгранной карты применяется. Добавь 2 ко всем числовым значениям. Бесплатно закажи еще 4 выпивки вместо 2. Хорошо. И тут подпись, признайся, впечатляет. Самогон аппарат. Та-да! То есть он генерирует еще больше букв. Гениальный самогон аппарат. Что, все две мне, что ли?
У меня много. Наслаждайтесь, это все мой самогонный аппарат. Вот, это было все. Теперь я пью. Я всем раздала выпивку, теперь сама тоже могу выпить. Сама-то свое пьешь, да, не то, что сварила. Нет. Я боюсь свое. Ты нам раздала. Пинта светлого с запивоном. Так, запивон из моей же колоды. Пробудиловка. То есть один минус один получается ноль. То есть я выпила пиво с кофе, и мне ничего не случилось. И мне стало. Попробовать надо потом. Мне понравилось, слушайте. Мне понравилось. Я посчитала гениальную идею. Ты как-то добираешь? Да, я доберу три. Ничего не буду менять, просто доберу. У меня, кстати, на гаечном ключе написано «Суперпауэр». Так и есть. Так и есть. Так. So cute. Отличная карта для очень низкого уровня социального статуса. Там ну, для высокого. Нет, там есть для низкого, прям оригинальные гидокарты. Время падает. Успеем еще. Так. Что же мне такого сделать? О, вот отличная карта. Думаю, с храма не убудет, если я возьму одну монетку. Получить один золотой от таверны. Понести свой социальный статус. Ты украл монетку у таверны. Одолжил. Одолжил. Это типа из... Короче, все нормально. Взял монетку? Все хорошо. Бери монетку. Пей. Так, заказывать выпивку. Да, еще кому-то надо заказать. Все понятно. Ну да, кому вы... Я не знаю, кому. Такой золотой аппарат там, алкогольный. Это вот благодарность твоя, да? Я вас. Ты меня угостила, я тоже хотел тебя угостить. А, это паладинская честь, понятно. Да. Ну ладно. И теперь кутеж. Инсульт. Что это? Огрова, косорыловка. Жутко. Если ты огр, полуогр, а ты, кстати. Я. Или ты орк? Я орк. Полусвященник, так что... Орк, полусвященник, хорошо. Значит, получается, твое опьянение повышается на 2. И инсульт у меня. Точно не угр. Не-не-не. Ну ладно. Это хорошо. Так. Ну такое. Это хорошо, потому что теперь мой ход наконец-то. Да. Колоду зель. Включаем зелье. Ошибка зельеварения. О, неприятное что-то. Раскрыв эту карту, сбрось ее вместо с твоим текущим раскрытым зельем, если есть. Не получилось сварить зелье, но у меня зелий хотя бы нету, поэтому... Не так обидно хотя да, бы, да. Все нормально, я его потратил уже. И могу что-нибудь даже поменять. Угу. Ты я две сброшу, возьму две. Раз, два. И что же я взял? А. Так. 5, 2, 5. Отлично. У меня есть хорошая карта, очень действие. Выбери другого игрока. Его опьянение повышается на 3. Осторожнее. Оно крепкое. Сергей, на 3. Оно крепкое. Оно крепкое. То, что ты выпил, оно крепкое. Это для тебя. Это вот я просто сейчас добавляю 3, да? Да. Ну, если не отменишь ничем. Вдруг что-то есть. Действие же одно только можно делать в ход. Да. А? Действие только одно. Действие одно, да, если только нет какой-то дополнительной карточки. Хорошо. У меня, например, такая есть, кстати, которая позволяет мне два действия сделать. У меня ничего нет. Тогда? На сколько? На 3. Ужас какой. Так, ты уже в 8, да? Да. В восемь он. Так, теперь заказ выпивки. На, Маша, тебе. Ну чё? Я открою свою. У меня медовуха. Там какие-то условия. Сейчас посчитаем. Тут, видите, не просто кружечка. Аллергия на мед. Медовуха – это очень социальный напиток. Да. Если ты распил медовуху не во время попойки и не как запивон, а это именно сейчас, да. Можешь разделить ее с другим игроком. Каждый из вас получает половину эффекта выпивки с округлением вверх. Два, короче. На медовуху не влияют другие карты, позволяющие разделить выпивку. Так. Что-нибудь еще может быть иметь хорошего? Интересно, я пьянее, но при этом моральный облик не теряю. Но ты видишь, это опыт. Так, Паша, отведай медовухи вместе со мной. Знаешь, я тебе скажу, что не сейчас! Не нужно все перекалибровать! Собственно, игнорирую карту выпивки, но сперва раскрою ее. Но, так как я... Это карта механизма.
Я молодец и заслужил глоточек чего-то крепкого. Офигенно. Эффект сыгранной карты применяется, добавив 2 ко всем числовым значениям. Но таких... 4. Нет, но таких нету. Нет, это на ее карте. Это на моей карте, да. Вот, это было бы смешно. Вот, и раскрой верхнюю карту своей стопки, выпей меня, следуй ее указаниям. Она просто из твоих рук не пьет. Я только свое, извините. Знаешь, я очень занята, подожди. Открывай отфляжечку и сразу там. Оооо, пикси-пуш за пивоном и вода. Фух, ну хотя бы вода. Я... Вот видишь, проще было полкружки медовухи с двумя. Ну да, ну... Выпить с другом, чем прийти в три. Ну да и ладно. А что у нас там есть? Да ничего нету. А я проигнорирую. Вот так вот, да? Да. С гномами не пьем. Раз, два, три. Все. Так, Алиса. Так, я скину одну карту, она мне не нужна, тем более я не могу играть в азартные игры все равно сейчас. Почему? Она как раз про это. Вульфрик. У меня грустный волк все еще. Спасать. Так, теперь... Вот это такой... Не надо бить его. Это если он будет там пьяненький там какой-нибудь. Пьяненький волк? Пьяненький волк. Может быть. Налокался там чего-то. 8, и у тебя 8. О, мы кого-то теряем. Я думаю, что... Нет? Ты зря потрогал моего волка. Потому что он и лает, и кусается. Где он его трогал? И на прохожих бросается. Ну, и твоя стойкость снижается на 3. Стойкость снижается. А то и волка на меня натравить, значит, да? Па-па-па! Ага. Блин, ну что тут у меня? Да. На 3. Ну ладно, я отобьюсь, и стойкость повышается на 1, так что всего на 2 снижается у меня стойкость. Ты съел, что ли, его? Нет, просто я же тролль, я регенерирую! Он так и говорит, я регенерирую, и одно себя отличу. Это не действие карточка? Нет, это всегда. Всегда. Так, теперь я... Заказывай. Закажу кому? Ты без выпивки сидишь, пытаешься отвлечь мое внимание. Эй, женщина! Эй, девка, неси еще выпивку для моей подруги, говорю я. Да мне-то за что? Вот он трогал твоего волка. Золотой? Нет. Держи еще две. Куда мне еще? Надо выпить свою. Я не хочу. А у меня здесь тролли... Тролье пойло? Тролье пойло. Это твое, да? Ну, типа того. Гадость какой-то. Если тролль, то он как бы пьет другое. Ну, всего одно опьянение. И снижение стойкости. Снижение стойкости. Ну, нет, не сильно страшно для меня. Фу, там какие-то пальцы отрезанные плавают. А тебе должно нравиться. Снова, походу, делал. Это все ты навалил. Пальчики оближешь. Так, а Вульфрик, кстати, становится любознательный. Учи. Он перестал быть грустным. Он монетки ворует. Он покусал тебя и... Ему теперь. Просто любознательно. А что он делает теперь? Когда добавляешь золото в свою заначку, получи дополнительный золотой от таверны. Какая прелесть. Там как раз кто-то в храм сложил, я если что заберу. Это от собаки, не от таверны. Так что. Маша? Так, я добираю 2. Скидывать я не хочу. Так. Короче, во-первых, я кину всегда. Кажется, я смогу извлечь отсюда золотишко. Получай 1 золотой от таверны. Но это механизм. Поэтому... Ничего себе, все работает, как и задумано. Эффект сыгранной карты применяется, но ничего, все в порядке. И серьезно, оно сработало. Мне монетка. Фух, слава тебе, господи. Собственно, я получаю монетку. Это было всегда. Это было не действие, а действие. Вы не поверите. Азартная игра. Играйте я с вами. Угу. Ставьте 1 золотой или кидайте какую-нибудь карту, чтобы от этого отказаться. Я уже могу играть, кстати. Да, поэтому я и решила начать. Слышал, этого нет в кодексе паладин. Я не буду играть. Орк-священник не играет. Да, хорошо. И поднимаешь свою благочестивость на 1. Азартные игры. Так, я кинула карту первой. Теперь идем по часовой стрелке. Пока что перевес за мной. Так. Что там? Просто перевес. Ну ладно, вы скучные, я повышаю. Перевес за мной, и давайте еще по монетке скинемся. Окей. Так. Так, получается я теперь. Да. Хорошо. Там-там-там. А перевес пока за тобой все равно, да? За мной. За тобой? Да, у меня тут тоже перевес. Так, получи перевес в раунде азартных игр. Выбери другого игрока, он выходит из раунда. Как так-то? Извини. Я надеюсь, что я переиграю тролля. Отличная игра. Я хотела еще одну монетку.
Видимо, все, у меня больше нечего делать. Ю-ху! Мои денежки! Так, эту карточку My сброс. My money! Е-бой! Так что у нас, кстати, колода выпивки, это скоро закончится. Да, так, скажу. У тебя две, у тебя три, у тебя две. Почему две? Подержи-ка. Даже не смотрела, сколько. Я посчитала. На карточку забери свою. Забери свою карточку. Так, и я выпиваю свое. Ой-ой, амброзия, напиток богов. Прелесть-то какая. Можешь заплатить таверне 2 золотых, если заплатил, иначе сбрось амброзию, раскрой верхнюю карту из колоды выпивки и следуй ее указаниям. Она просто дорогая. Элитная, короче. Ты плати, что ты денег подняла, отметь это нормально. Ну, она, видишь, не очень ей сейчас выгодная. Плюс 4 к здоровью, у нее все на 1 понижен. Поэтому не очень важно. Ну да, но с другой стороны я могу вытянуть какие-нибудь помои. Да, да, вот такие вот пальчики оближешь, которые вот как бы троянские. Да. Я не знаю, рисковать или нет. Буду ли я рисковой, достаточно ли я пьяная для этого, я не знаю. Типа 2 платить. Сколько у меня вообще денег? Надо посчитать, подождите. Блин, надо посчитать. Ты выиграла только что целую кучу денег. Неважно. Это называется алчность. Грех. Слыхал. Хорошо зашла. Кто бы говорил? Жаль, дороговато. Это на храм. Это на храм, это не мне. Да, конечно, на храм. Ага, потом мы видим, как одна эта арчиха прожигает. С новым топором ходит, да? Ладно, фиг с ними, заплачу 2. Ну, это один чит и вверх на 1. Вот. Да. Ну, то есть я опьянела, но зато хотя бы себе стойкость. Амброзия. Так, я скину, наверное, одну маргинальную карту, потому что я пока на пике своей славы. И возьму 3. Так. Ты неважный священник, так. Еще и орк. А что у нас арчиха такая скрытная? У нас у всех вот сброс открытый. Это дело церкви, не надо смотреть. На самом деле, когда первый раз играешь, не очень важно, потому что ты не знаешь. А не, я просто так начал карты. И решил продолжить. Тут нечего подсматривать, да. Так, что давайте сначала. Как бы, если игроков. Он в любом случае сбросил, да, уж какая разница. Так, сначала я сделаю. Пришло время помолиться. И что? Это всегда. И так как я сверху, как бы странно звучало, я получаю 3 здоровья. Ну, тут 1. И 1, 2, 3. Снижаю, да? Да, все правильно. Снижаешь опьянение? Да. Нет, тут или. Да? Или. Тогда снижай опьянение. Да, это сейчас хорошо. Полезнее. У тебя 8 было, вернее. А ты опьянение? Да, хорошо, да, да. Хорошо. Здоровье, здоровье. Не прокатило. И давайте поиграем. Ну вот ты серьезно, ну, да. Давай. Церковная давай, рулетка. Давай, да. Давайте. Я пас. Давай. Меня в прошлый раз выкинули. Не, смотри, мы в любом случае все вкидываем деньги. Я тоже, да? Да. Вдруг. Так, секундочку. Я не вижу еще одной монетки. Сейчас. Кто туда? Кто же это мог быть? Я пас. Сразу сказал, монетку мою забирай. А, то есть мой ход, да? Да. Хорошо. Ну ладно, я повышаю. Давайте еще по монетке кинемся. У меня есть такая карточка, называется «Можешь сыграть эту карту в любой момент раунда азартных игр, даже если ты уже вышел из раунда». В любой момент. То есть даже если сейчас не мой ход, правильно? Ну, играй. Так ты сыграй. Это уже твой ход, как бы. Тем более, да, это твой путь. А девка решила, что это чаевые. Раунд азартных игр немедленно завершается. Все поставленное на кон золото достается таверне. Даже не храм. Зачем ты это начал? А, все, сердце спихватило. Денежки надо, денежки. Утекло так, даже. Ладно. Я забыл. Ладно. Все, поиграл, пей теперь. Ну, я знаю, кого угостить зато. Нет! Почему это я? Это чаевые просто ушли. Так, твоя ты берешь. Да, ты из своей колоды берешь. А тут у меня минус 2. Орочья бормотуха. Если ты орк, то вместо этого... Ну, а ты орк, что ты делаешь? Он, нет, а он пьянеет на 2. А, он пьянеет? Да, вместо того, чтобы понизить свою стойкость, так он бы пьянеет. Ноги отказали. Это тоже, кстати, замешивай туда. Нет, подождите, рано замешивать. Так, я просто положу это сверху. Нет, подожди. Так она будет сверху. Нет, нет, ребят, вот это вот зря сделали, потому что тут фишка в чем? Когда у нас потребуется обновить колоду, мы должны будем заплатить таверне по 1 золотому, чтобы нам принесли новую выпивку. То есть она совсем закончена? Да. В смысле, по 1 золотому? Да. Мысли. А когда денежек нет, то все, ты пошел? Ну, до свидания, да. Не знаю, о чем вы. Ладно. Да, я даже не знаю. 1, 2, 3, мы, конечно, самые пьяные, это самые богатые. 4 карты я взял, зелье тебе открыл, слабое противоядие. Снизь крепость выпивки на 1. Ладно, пригодится. Вопросик, я могу купить?
Я дам тебе монетку. Можешь ли ты отказать? Нет, он может. Если он не захочет, он не может принудить меня купить, как я не могу принудить его. Нет? Поставлю маленькую баночку с противоядием себе. Ладно, но это нефть. Да, неважно. Для троллей это противоядие. Ладно. Так, хорошо. Я дала бы тебе монетку за это. Тебе что, мало монеток? Можешь мне дать монетку? Нет, ты не дашь мне зелье за это. Так. Нельзя торговаться. Я могу за один купить, ты у меня за три выкупишь. Нет, так нельзя, к сожалению. Там по правилам. Нет, сначала я сыграю всегда. Раскрою верхнюю карту колоды зелий и выбери, какая лучше. А тут две одинаковые. Я открыл еще одно слабое противоядие. Но новое лучше. Нужно было продавать тоже. Точно. Нужно было поторговать. А я не мог, потому что меня не было. Нет, я тогда не мог, потому что было пусто. Так, ладно, пусть будет пока противоядие. Это я сыграл. Действие. Чем бы подействовать? Так, так, так. А ты все пытаешься. Да какого хрена, давайте играть. Да ты издеваешься. Ну, потому что все... То есть я или выигрываю, или меня выгоняют. Да, активируют эти все штуки. Так что давайте монетки. А без денег выгоняют? Да, выгоняют. Вы что, не хотите, чтобы я с вами подольше посидела? Я не понимаю. Твоя собака не платит. О чем это? Не платит. Собаками не бьет. Так, ну, чего? Собака не плотит. Так, ты перехватываешь. Да, я просто перехватываю инициативу. Пас. Что там? Ага, повышаем. Повышаем еще по монетам. Куда ты повышаешь, я не понимаю. Так. Теперь я, да? Угу. Что это такое? Ты не повышаешь хотя бы, да? Нет, просто перевес. Я получаю перевес. Так. Подождите, я еще в игре. Улын. Ну, так после меня. Да, просто. Я вижу. На самом деле, даже после паса можно кидать какие-то карты. Но я просто говорю пас. Если что. Так. Козырная рука. Что это? Так, теперь, чтобы получить перевес, ты, кстати, не забывайся, благочестивость-то понижать. Без проблем. На два уже. И сейчас просто еще вот так сделаю. Ага. А теперь, чтобы получить перевес, следующее нужно сыграть карту шулерства. Это должно быть сверху карточки указано. За что ты так со мной? Я даже не успела напиться. Даже пришла, просто собака просто посидела. Ну, так, где же наши деньги? И, типа все, да? Собака съела. Типа все, да? Ну, я насчитываю на это. Так, так, так. То есть, если бы ты не выкинул карту, то были бы мои деньги, да? Да. Ну, это деньги бога, извини. На тебе, деньги бога. Все. Дево! Опять таверна. Мне кажется, в игрыш уходит доход казино. Ну, этому я тоже рада. Эта официантка может открыть свою таверну уже. Да-да-да, у нее денег больше, чем у нас вместе взятых. Больше, чем в таверне вообще. Так, ладно. Так, а что у нас происходит, когда денег нет? Все? Все. Алиса выбывает. Я до своего хода еще сижу, да? Да. Если у тебя закончили деньги, тебя вышвырнут на улицу, ты выбываешь из игры. Все. Прошу заметить, что я была вторая по благочестивости. Это не благочестивость. Ты остаешься здесь с этими пьяницами. Да я уже на дно качусь социально. Так, а мне со мной! Погнали! На этот поезд. Надо выписку заказать, да? Ну, нахер. Успел запрыгнуть на поезд. Так, и пью из своей. Азартный игрок. 4. Или заплати 2 золотых и передай другому игроку. У меня всего 2. Если ты раскрыл азартный игрок во время попойки, нет. Азартный игрок не влияет карты, позволяющие разделить выигрыш. Да. Ну ладно, 4. Значит, на 4. Угу. Раз, два, три, 4. Все, мы теперь должны по золотому заплатить, чтобы замешать. Правильно? Да. Так, я подозреваю, что, наверное, твои карты тоже уходят в замес. Да, я тоже подозреваю. Вот. В замес. Я могу забрать это с собой хотя бы на конюшне, нет? Я уже купила. Мне купили это. Правила таверны нет. Нет денег, нет. И просто забираться с рук. И волк такой... Так, я добираю. Раз, два, три, 4. Хе-хе. Так. Смотря где. Смотря где. Они сейчас сольют тебе, останутся 2 золотых магната сидеть тут. Конечно. 2 пьяных золотых магната. Подсказывай мне. Алиса, подсказывай мне. В общем, действие. Удачи. Ой-ой, у меня барахлит поле сдерживания магического потока. Выбери другого игрока, его стойкость снижается на 2. Камон. Я тролль. Я регенерирую, поэтому только на 1.
Такой тролль вот. Реальный. Но если что, ты это в свой ход кидаешь. Нет, это всегда. Нет, это не реакция на понижение. Это всегда. Если нет, ты... всегда, это, по-моему, всегда. Он, ну, считай, что он сразу после твоего действия это сделал. Ну, типа ты потерял два, а потом свой ход вернул один. Ну, на один, тем не менее, ты потерял. Я регенерирую. Я теперь заказываю выпивку. Ну, тебе вот. Давай, что-нибудь хорошее. Так. Что недорогое. Мне нельзя купить. Эльфийское вино на 3. Фу, что-то оно слишком крепенькое для меня. Винишко гном. Я не хочу. Ну, что поделаешь, придется пить. 1, 2, 3. Ребятки. Так. Карты добирай сначала. Да, я это посмотрю. Ну, сначала можно сбросить, да, потом добирают. Давай, тролль. Мы тебе снижим стойкость на 2. Ну, я за это еще мораль себе подниму. Посорен, так было написано в кодексе паладинов. Ладно. Что ты должен был сегодня понизить свою стойкость. На 2 получается. Я снизил. Выберите другого игрока, это всегда действие. Его стойкость повышается на 2. Тебе. Какая прелесть. Но стойкость-то у меня и так 20. Это мини. Жаль. Ну, а за это я повышаю себе благочестивость. Слышь, ты ничего не сделала! За что? За какое-то, по-моему. Ну, я же помог. Это не действие было? Это было всегда. Это было действие. Хорошо. Это неправда. Ну, я помог. Нет, неправда. Так, угостить, да, кого-то? Его. Это ты. Ладно, я тебе уже помогал сегодня. Он три хода не переживет с одной монеткой. Зачем ты делаешь это? Я тролль, мне плохо. Так, и теперь вкусняшки. Опа. Насчет заведения. Верхнюю карту колоды выпивки. Если раскрыть карту попойки, то так далее. Каждый игрок. Каждый. Так, короче, я беру отсюда. Так. Хоба. Всех угостил кофе. Всех угостил кофе. Это минус к опьянению, Надя. Минус к опьянению. Это хорошо. Очень хорошо, спасибо большое. Да, без проблем. Теперь мой ход. Я с одной монеткой еще героически сопротивляюсь мерзким людишкам. Ну тут раз, нет людей. 2, 3, 4, 5. Я же алхимик, я же могу что-нибудь придумать. Я же алхимик. Так, а это противозелье пока у меня остается. Или я новое могу взять? А, нет, смотри, ты до добора карт меняешь зелье. Меняю. Да, зелье. Либо ты выбираешь, смотри, либо ты оставляешь предыдущий. Я понял. Вот зелье силы мне нравится. Хорошо, и взял карту. А что она делает? Плюс 1 к снижению стойкости на действие, которое только что сыграл. Хорошо. Я продавал. Я сыграю действие. Тащите сюда свои кружки. Я наварил всякого. Ой, нет. Каждый игрок, и ты в том числе, раскрываешь карту из колоды выпивки, следующую указанием. Вот. Из колоды выпивки. Да, вот из своей. Ой, из вот этой, я так понимаю. Так. Каждый тянет по одной, да? Да. У меня медовуха, которую можно разделить и все такое прочее. А, ну это, да, не во время попойки, так что это можно разделить. Хорошо, теперь ты, Маш. И сейчас мы посмотрим, что пьет. Пинта. Запивон тут используется? Да. То есть я сразу достаю. И все запивоны, если нужно. Так. Попойка? Это ноль считается. Ноль, то есть у меня один. Так, и у меня цветовода. Нет, нифига, энергетик. Колдовское варево. Плюс 2 опьянения, плюс 2 здоровья. Ну, я максимум уже. Да, то есть он только опьяняет с этого. Так. И я, значит, делю медовуху с Машей. Тебе 2, и мне 2. Так, подожди, сначала за вот это вот я себе повысю. Фу, гадость какая. Я в конюшне не понимаю, как я самогонный аппарат собрать. На 2 получается, да? Да. Ты и я на 2. Ну да, давай, окей. И ты, Сергей, на 2. Со своей чашечкой. Я уже пил. Да. Медовуха. Так, привет, мы покутили. Ну, это был, как бы, спонтанный кутёж. Да. Так, а теперь... Неконтролируемый кутёж. Теперь я заказываю выпивку. Тебе. И пью из своей. Седра. Пинта светлого с запивоном. Азартный игрок. 4 или заплати 2 золотых таверны. Заплати 2. И передай азартный игрок другому. Нет. А ты уже точно все. Нет, я не могу, у меня 5. И ты как раз... 1, 2, 3, 4, 5. И слюни. Все, я набухался. Хорошо, что набухаться лучше, чем лежать на конюшне. Логично, вот. Да. Уснул больше... в таверне, пока не выгнали. Короче, что самое смешное, твое золото мы должны поделить пополам.
Да, по-мужски на КМН. Вот, но фишка в том, что половина в большую сторону округляется и уходит в таверне, так что, скорее всего... Давайте в таверну. Да, это таверне уходит. Тебя вобрали. Да, меня вобрали. Пока ты спал. Что там у тебя было-то? У тебя было эльфийское вино за пивоном. Жесть! И вино за пивоном, то есть два вина. Ужас. Вино за два пивона. Вот так вот. Да. Но, к сожалению, карта не пошла так, сегодня. Last End. Так. Теперь бейте. Слушайте, сейчас я хочу скинуть несколько даже не карт. Знаю, за кого болеть. Сложно. За кого болеть? За церковь. Не все мерзкие. За церковь. За церковь. Гномы Йорки все равно мерзкие. Так, я, наверное, теперь два. Вот так вот, да? Понятно. А что, угочили? Началось, да. Так, окей, хорошо. Отвертки отпорни просто в бок. Отвертка вечен, никто не вечен, собственно, да. Ладненько, давай, знаешь, мы с тобой поиграем в азартные игры, раз у нас с тобой так много золота. Ладно. Так, ставь золотой. Я слышал, нет такого в кодексе паладинов. Так, можешь сыграть эту карту, когда должен поставить на кон. Если то, чтобы поставить, выйди из раунда азартных игр. Играй. Интересно, это куда уходит? Тебе, ты выиграла. Я выиграла, прикольно. Так, это было мое действие. И очень, очень весело поиграла, спасибо. Ты там в зеркалом сидишь, ты просто в карты играешь. Так, ага, хорошо. Не, ну это прикольно, что действие свое зря потратила. Ну да. Так, давай, ну логично, что тебе. Странно. И моя выпивка. Пинта темного. Без всего. Ой, как бы это тоже для меня не очень, честно говоря. Ну, в такой ситуации, почти, да. Почти полностью трезвый сидит. Да вообще. Так вот я вот... Да. Все, тролльская магия. Слушайте, нет, я, наверное, не сейчас, это очень хрупкое устройство. Игнорирую карту выпивки. Подожди, стой. Но начинается. Я посмотрю, как это работает. Ну, давай. Тут есть такая штука, отмени карту свойства, иногда меняющий эффект выпивки. Он не меняет эффект. Нет. Сюда относятся карты, которые отменяют игнор. Да, нормально. Да, да, да. Да, да, подобное. Все такое. Так. Хватит баловаться с выпивкой, называется. Так, смотри. Есть карта, отменяющая отмену эффекта выпивки? МТГ прям какой-то. Ну, это примерно что-то подобное. Ну ладно, это, в принципе, не та карта, из-за которой стоит вот так вот ну, прям активно. Я понимаю, что это так. На пределе, ребята, на пределе. Так, все, получается, я все свое выпила, теперь твой ход. Я доберу. Должен просто один могучий удар по ней нанести. Алка страйк. Да? Я пропустил. Сейчас он добьет меня отверткой. Сыгрись. Орк полусвященник. Отомсти за падшего тролля. Падший тролль. Падший тролль. Мне не нравится падший. Валяется под столом. Я запутался в своих этих социально опущенных картах. Социально опущенных картах. Аж отвертка полетела от таких слов. Так, давай мы сыграем с тобой в карты. Пять? Да? В азартные игры? Ну, давай. Играем? Ну, давай. Я опущусь сейчас. Опущи. Ну, монету-то кидай свою. Ну, ладно, ладно. Так, как скажешь. Козырная рука. Теперь, чтобы получить перевес, нужно сыграть шулерство. Нет. Шулерство. Вот. Я выговорила это слово. Такое шулерство. Фалдины не жульничают, между прочим. Имба. Так. Пас. Забирай. Целую монетку выиграл. Ну, охренеть теперь. Все на храм, все в дом. Да, конечно. Все в дом, на храм. Знаем мы это. Так, теперь алкоголем надо поделиться, да, слышал еще? Нет, неправда. Как пойдет. Так, тут есть такая штука. Типа заплати монетку, возьми, короче, ну, нет, и закажи две выпивки. Еще две выпивки. То есть я заказываю тебе одну. Мне. И еще тебе две. Куда же? Щедрая, ну да, это щедрая должен... душа. Ты еще понизился. Да. На один, да. Понижаю свою социальную ответственность. Это все мой социально пониженный план. И получаю плюс два. Святая вода. Ну и... Вот, у меня такое ощущение, как будто он все святой воду собрал. Да, но он уже святой. Святошка. Ладненько, я беру три карты. Блин, какая напряженная игра-то. Или нет.
А ты не сдаешься, да? Блин, у меня все крутые карты, чтобы деньги выигрывать, несу колоду играли. Какого черта? А тут есть реально крутые. Стать таверной, да? Получить все деньги. Да. О, нет! Этого не должно было случиться. Действие. Выберет другого игрока, его стойкость снижается на 2. Но это механизм. Поэтому... Не сработал, эффект сыгранной карты не применяется, извини, пожалуй, не плачь. Но у меня есть карточка, можешь сыграть эту карту сразу после того, как раскроешь карту механизма. Отмени эту карту механизма. Отменяю. Поэтому стойка снижается на 2. Сделать со мной, а другая, да? Не тянется механизм? Можешь раскрыть следующую карту. Не обязана, можешь. Угу. Я, пожалуй, сделаю карту «Ты меня бесишь». Игнорируй карту с свойством действия иногда или всегда влияющим на твою стойкость, опьянение или золото. И повышающим мораль себе. Воу-воу-воу. Это социально значимые действия происходят. Подожди-ка. Вы слишком серьезно подходите к делу выпивки, я смотрю. Так. Вот мы с Алисой правильно проиграли все деньги, напились. Ну как напились? Я не включала поле темпорального растяжения, у тебя просто дежавю. Отмени карту со свойством иногда или всегда. Это иногда. Но это механизм! Поэтому я достаю еще карту механизма. Слишком много пара. Эффект сыгранной карты применяется, но твоя стойкость снижается на 1. И выбери двух других игроков, стойкость каждого из них снижается на 1. Если в игре остался только один другой игрок, его стойкость снижается на 1. То есть на 1 и плюс еще 2. А ты на 1. А я на 1. Короче, одно и то же. На 3. Так, раз, два, три. Да. Мы повоевали так нормально. Да, нормально. Так, получается... Алкогольная фаза. Угу. Да, теперь я подкладываю выпивку тебе и пью сама. А там... Вдохновляющий гномий эль. Ну, это для тебя прям. Я пьянею на 2, возьми две карты, еще написано Эврика. Возьми две карты из колоды своего персонажа. Ну, на этом спасибо, конечно, но... Всегда пожалуйста. Так... Ёперный театр. Какой кошмар. Ну, на 2 двигать. Джим. Тан-тан-тан. Блин, я не успел себя опустить на социальное дно. Кто еще первый опустился? Это была часть плана, между прочим, часть корабля. Да-да-да. Ты все? Да. Так, знаете что? Мы, наверное, уже не будем играть в картишки. Я сброшу вот это все. Как так? Раз. Два. Три. Какая-то многоходовочка. Пять. Поручи боги тебе помогают. Не хочу быть алхимиком. Но приходится. О, классная штука. Что-то мне подсказывает, что мои дни трезвости сочтены. Ну давай уже, добей ты ее. Что ты как неродной сидишь? Так, давай выбери игрока. А кто? Выбери игрока. Я не знаю! Эй, вы из конюшки, идите-ка сюда. Ну ладно, давай, короче, дай мне одну монетку. Это церковный в долг. На. Спасибо. Так. И это все, на что ты способен? Это было всегда. Это было так угрожающе. Это было всегда. Ну, давай. Я просто удивляюсь, как так-то. А теперь карта богохульник. Ой-ой. Снижает твою стойкость на 3. Нет, так. Не на 3, на 2. Я еще этот. Угу. Все в порядке со мной. Надо же, у меня случился, точнее, случайно включился механизм защиты. Чики-брики твои. Можешь сыграть карту, когда карта с свойством действия иногда или всегда снижает твою стойкость. Ты пытаешься снизить мою стойкость. Да. Уменьшить снижение стойкости на 2. То но! Есть, но! Ну да. Это механизм! Это колода работает на меня. Что там? Слишком много пара. Ладно, я еще жива. Эффект сыгранной карты применяется, но твоя стойкость снижается на 1. Так, а моя тоже на 1. И твоя тоже на 1. Короче, ты всех, борешься, я смотрю. Я пара. Просто, я на грани, ребята, я на грани. Так, я, может, тебя еще угощу чем-нибудь? Нет, не а надо меня угощать. Что такого? Я до последнего утомиться. Еще немножко скачусь на дно, угощу тебя за одну монетку. Ну, это ладно, это... Сколько там? Не обязываешь меня. Три напитка тебе, пожалуйста. Почему? Один и еще два в подарок. А, ты... Ну, я поняла. Ты в купе и пьем. Ух ты, блин, дворская штука. Даже ничего. Четыре.
квадратном стаканчике. Раз, два, три, четыре. Ну, смотри, вы почти сравнялись. Сколько сторон, столько... Фух, сука, почти. У меня один, у него там... Фига. Ну, если ты до своей выпивки ничего не сделаешь, то... Какой-нибудь агрессивный алкоголь. Возможно, так, получишь тогда. Угу. Может, она выпьет чего-нибудь. Все, давай. Водички святой. Давай. Подожди, а ты снизил мою стойкость? Да. Да. Ты сама это сделала. Подожди. Да, карты вот этой. Ай, зараза. А до этого? До этого ты не смогла. Нет, там не стойкость, там опьянение. А, ну ладно. Ладненько. Противостояние, давай. Церковь против науки. Та-та-та-та-та-та-та. А, так, во-первых, ну, тут, наверное, да? Сейчас я сброшу, наверное. И возьму 4. Чтобы как следует наподдать ему. Ух! В финале. Ножа. Чуть-чуть осталось. 4 туза сейчас. Хоба. Это оно может. Так. Ну, в принципе, шансы есть. Итак. Ой-ой. У меня барахлит поле сдерживания магического потока. Я выбираю тебя, и стойкость снижается на 2. И это даже не механизм. О, блин, это печально. Я этот... Так. Так. Это было действие, да? Угу. Так. Выпью уже что-нибудь. Я подсовываю тебе выпивку. И... Бам! Но! Не могу сейчас пить! У меня тут важные чертежи! Игнорирую карты выпивки. О, у тебя в прошлый раз была еще штука, где ты тоже выпивала. Блин, ладно. Это не механизм, да? Не можешь отменить как-то? Не-не-не, ты что? Это не механизм, да. Ага. Ну ладно, ты продержался еще один ход. Ладно. Давай, на грани! Так, вот это мы убьем туда все. Сейчас будут разборки. Ой, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть у меня один планчик такой. Давай, давай. Недвусмысленный, конечно. Страшно. А если у тебя благочестность упадет, ты все? Нет, я просто маргинал. Там просто меняется эффект некоторых карт. Понятно. В зависимости от уровня. Просто получать в обратно. Божественное провидение, молнии. Да, да. Тебя и все. Молния Зевса. Ну что? Сейчас очень зависит много от его карт, на самом деле, потому что какие-то... Блин, он почти всю руку поменял. Сложно, не сделаю что-то с тобой. Ну, посмотрим. Ему всего-то надо потом. Ничего мне сейчас не сделать и выпить. Скорее всего, проиграть. Так, давай мы... Изи-бризи. Вообще, лимон сквизи, как говорится. Ну. Так. Тоже. Паладины очень долго думают. Да. Я орк. Наполовину. Наполовину, половину орк. Я вот выбираю, что страшнее для тебя это будет. Все? Большая кувалда? Так, давай сделаем... Нет, я... Прокачаю себе стойкость, наверное, на 2 вверх. Нет! Нет! Но, с другой стороны, я поднял эту штуку на 2. Вот это, конечно, принципиальная это, разница. Это действие? Подожди, стой, это, стой, это стой, стой, стой. Это было иногда? Иногда. Нет, всегда, всегда, всегда. Всегда. Стой, стой, стой! Стоять! Стой! Руки на желтые круги. Меньше меньше. Так, что у тебя получилось? А теперь действие... Какое? Богохульник, пожалуй. Богохульник? Так, это на 2 снижение стойкости. У кого? А, у нее. Ну, я бы себя поднимаю тут. Надо же. Психосоматическую штуку. У меня случился механизм защиты. Случился механизм защиты? Да, это... И что ты сделаешь с ним? А, это действие? Подожди. Да. А, да, действие тоже можно. Снижает... Так, уменьшить снижение стойкости на 2. Но это механизм, ребятки. Это механизм. Но... Давай, взорвешься на часы. Ничего себе, все, все работает как задумано. Эффект сыгранной карты применяется, но ничего, все в порядке. И серьезно, оно сработало. Так что нет, это на меня не влияет. Ну, ты не можешь, ты неудачник. Орк-неудачник. Полуорк, полунеудачник. Бог оставил меня. Так, ладно. Тебе надо всего лишь что-нибудь еще выпить, да? Да. Как бы это провернуть? Ладно. Выпить надо тебе. Гостим? Вот сейчас. Вот сейчас. Ого, да это же вода. Честно! Это нечестно! То святая вода, то просто вода. Это несправедливо, ладно. Пути Господни, там все дела. Водичка. Руки помыл там. Да. Убирай карты. Да, убирай свои карты. Ну ты еще можешь там нормально. Можно еще нападать. У тебя есть шанс еще один. Ладно, всегда.
Выбери игрока, он платит Тавиане 1 золотой. О, да, это пожалуйста. Так, для понта? Просто, чтобы неприятно было. Для затравочки. Да-да-да, для затравочки. О, мой, нет. Да, нет. Но. Мораль подавлена. И типа, и все такая. Сорян. Сорян, братан, что я могу сделать. Ну и все. Я что-то не очень удачный карту взяла. Да. Что заставляю угощать, смотри. И... Ножи. Падение монстров! О боже! Что это? Так, так, так. Да, хотели немножко отдохнуть. Это ты бутылку открываешь, да? А там монстры, чтобы вам было интересно. Джин напал. Монстры опять напали на таверну. Опьянение каждого игрока снижается на один. Вы хватаетесь за свои мечи, чтобы отбиваться от монстров. Пожалуйста, помоги, кричит один другому. Каждый игрок, который решил помочь в драке, снижает свою стойкость на 3 и получает 2 золотых от таверн. Ну, на самом деле, если вы хотите получить деньги, защитив таверну, вы можете типа немножко подраться. Монстры. Вообще нет. Но, в общем, да. Тебе повезло, пить ничего не Этого надо. Этого нет в кодексе паладина. Да, тебе повезло, пить ничего не надо. Я не буду помогать. Ну и таверны не помогли. Ну, да. Денег они вам не заплатили, сами отбились. Да и фиг не понимаю, как ты. Я тоже не понимаю, на чем я еще держусь, если ладно, честно. Ладно. Это, знаете, как футбольный матч, когда до последнего вот так вот на добавочное время на после 90. Причем до этого пила как не в себя. Да, да, да. И тут такая сжала все, что можно. Монстр тебя спасли от поражения, давай. Да, они прокинули весь алкоголь просто. 3. А если карты кончатся, тут-то все? Нет, просто перемешиваю. Нет, я ее замешиваю. Тоже за деньги? Нет. Ну, твоя рука, она все время. Ты же все время тратишь, поэтому вряд ли там будет что-то у тебя. Остались на руке они. Монстры, нападение. Ну, это, конечно, удобно, пить не надо. Блин, у меня все карты для маргинала, я тут только ситуация. Это, знаешь, на вечеринке хорошо. О, монстры напали, я не пью. Я пропущу, пожалуйста. Скидывайся на алкоголь, я не пью. Да, монстры напали, что вы видите. Ты борешь с монстрами. Так, чем ты похвастаешь? Сейчас, секунду, секунду. По классике, теперь ты плати чаевые. Твоя очередь. Ладно. Так. Мне ничего не жалко. Как-то это не серьезно. Ты какой-то слишком добрый. Мы все для затравочки. Нет бы там сразу. Стойкость на 3. Все. Так, сколько у меня маргинальности? Давай вот так. Так. Короче, уверена, чем-то ты заслужила это. Снизить стойкость на 2 в твоем случае. Да, ну у тебя уже должны были закончиться эти карты. Это действие. Да. И еще на одну ты понижаешь себе благочестивость. Все. Сдавайся, Маша. Да. Там что-то есть, нет? Да, но... Можешь сыграть эту карту после того, как игрок снизил твою стойкость. Да, ты снизил мою стойкость, но ты, конечно, с этого не, тебе не убудет. Твоя стойкость понижается на 2. Ну, потому что я напоследок постучала тебе по голове. Я буду отомщена. Я могу сразу это. Ты меня бесишь. Отразили. Ну, в общем, ты остался один, Сергей. Вернее, как бы ты изгнал всех собутыльников из таверны. Да. Перепита. Да, и мои деньги, половина, сколько там, 2 золотых уходит тебе, 3 таверны. Ты все равно выиграл. Да храму, нормально. Но, тем не менее, да. Вот такая вот игра. Приятно. В общем, да, вот так вот мы поиграли, конечно, с дополнительными карточками, которые есть у персонажа. Игра затягивается, плюс у нас сегодня было целых 4. Это полноценная, получается, партия для этой коробочки, максимум тут 4. Также можно замешать из основной коробочки, и будет целых на храм. 8. Да-да-да, самый богатый паладин, священник, вот он, поздравляю. Ор паладин и священник. Я даже не старался. Да-да-да, кстати, кстати, Сережа первый раз играл вообще, в принципе, сегодня в эту игру, так что, как говорится, новичкам везет. Ну, такое. Ничего, в следующий раз мы тебя разорим. Да, мы найдем еще одно дополнение, а оно есть. Накачаем и разорим. Да-да-да, оно есть, еще одно дополнение, так что, если вы хотите увидеть, как мы еще играем в таверну Красный Дракон, но с еще новыми персонажами, пишите в комментариях, пишите, как вам наш сегодняшний летсплей, как вам наши ребята, которые к вам сегодня... Фу, простите, пожалуйста, еще раз. Также пишите, как вам наши ребята, которые к нам сегодня присоединились. Они будут у нас появляться все чаще и чаще. Вот, так что нас много. В общем, с вами были The Station, Тайлер, Алиса, Сережа и Маша. Так что всем пока.
That's all, folks.